Шум дробилки в выходной день кубинцев не смущает, ведь большинство на субботнике. Спилить старые ветки, убрать мусор, покрасить бордюры, преобразить территорию под хэштегом «Вместе лучше». Наталья Щеглова с коллегами решила необычно поздравить с днем рождения начальника на субботнике. Считают это креативно. Чтобы поменьше было субботников, нужно меньше сорить и приучать к этому детей, конечно же. Показать хороший пример детям и бороться за чистоту вышли более 100 жителей Кубинки, 115 единиц коммунальной техники и волонтеры. Апрель уже по традиции в Одинцовском районе становится месяцем трудовых суббот. Первый субботник в России случился 12 апреля 1919 года. Можно сказать, сегодня мы отвечаем 100-летний юбилей. Грабли получены, я пошла на точку. Кстати, как только я отработаю, меня накормят самой вкуснейшей армейской кашей. Аромат армейской гречневой каши подбадривает, хорошее настроение в руках артистов. И если местом уборки в Кубинке выбрали площадь, в Перхушково – территорию школы. В образовательном учреждении мы в первую очередь должны начинать, чтобы дети с маленького возраста видели, что не только дворники, не только специальные службы, но и сами дети, их родители, мы, как чиновники в больших кабинетах, тоже выходим и своими руками убираем территорию, наш дом. И смотрю, мальчики понимают, как правильно делать. Мальчики. И я порадовалась. И думаю, значит, правильно воспитываем детей. Только за третий межрайонный субботник вывезли почти 4000 кубометров мусора, а это 25 тысяч мешков. Привели в порядок более 200 детских площадок и 60 воинских захоронений. Флешмоб под девизом «Вместе лучше» заглянет еще не в одну точку Одинцовского округа. А фотографии можно и по-современному вписаться в историю муниципалитета. Я здесь был. Василиса Ивашкина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».